Короче, что у нас сегодня? Почитав комментарии под прошлыми видосами, многим людям прям очень закатило, как я описываю тот или иной вкус из каких-то новых вкусов, каких-то новых продуктов. Поэтому сегодня мы разберем 4 новых вкуса без табачки бруска с последнего дропа. И да, их всего 4, и они у меня большие и закрытые. Почему? Потому что мы их разыграем. У меня в телеграм-канале 4 вкуса последнего дропа. У меня были маленькие баночки всех этих вкусов. Я их прокурил, кроме одного вкуса. Один вкус я не прокуривал, его за меня прокурили другие люди. Я объясню почему. Потому что это ёбаный виноград, который я принципиально не курю ни в одном продукте. Компания «Бруска» просто нагнули рынок во всех аспектах, во всех моментах. Даже лимонады свои сделали. Мне, правда, лимонады прислали всего один раз, я их выпил, и больше мне не присылали. Пришли, сука, лимонады. Погнали, наверное, начнем по самому охуенному вкусу из 4 вкусов. Спустимся к самому плохому. Да, ребятки, такое есть. Я не скажу, что все 4 вкуса супер круто, все 4 вкуса супер охуенно. Первый вкус самый топовый, самый охуенный, самый шикарный – это фейхуа. Да, для меня фейхуа – это просто священный табак. Загримбим, маму продам. Для меня всегда топом по фейхуа был Гримбим от компании Darkside, потому что за смену я мог угандошить целый килограмм Гримбима просто в легкую, в любых миксах, везде добавлял Гримбим. Соответственно, компания «Бруска», жалко, что в без табачки, ждем уже в «Бруско Табеко», вкус фейхуа, или он есть, мне, может, просто его не присылали, я не знаю. Одновременно и сластит, и кислит, и свежит, и вообще это супер универсальный самостоятельный вкус, который можно курить как в миксах, конечно же, так и самостоятельно, в одиночку, в чашке. Как ты думаешь, какой же будет следующий вкус? Клюква. Да, неоднозначно. У многих производителей клюква немного мыльная. То есть есть как бы разная, так сказать, градация клюквы, но именно у многих она почему-то мылит. Почему-то многие пытаются сделать ее не совсем кислой клюквой, да, а какой-то такой мыльной, ягодной. И это хуево у многих получается. Потому что, ну, клюкву так сильно не юзают, поэтому клюкву так сильно не заказывают. То есть, почему клюква от разных производителей, которые есть в кальянной, в принципе, продается? Потому что кальянщик охуенный пацан, и он знает, как продавать неликвид. Но у «Бруска» все получилось по-другому. Она реально ягодная, она реально кисленькая. И в ней, знаете, есть вот эта вот клюквенность. То есть ты ее куришь, и она как бы есть. Не скажу, что вкус прям супер крутой и подойдет для всех. Нет, это больше, наверное, для любителя, для человека, которому охота немного разнообразить свои вкусовые рецепторы и дать им что-то новое. Вчастую сложновато курить, немного пресновато, а вот в миксах, допустим, с тем же фейхуа, думаю, получится круто, но я прокуривал их в соло. Поэтому любишь что-то супер ягодное, но при этом не такое прям заезжено попсовое, клюквочка у «Бруска» получилась довольно-таки хорошей. Третье место. Готов напрягать свой персик? Персик с бананом и клубникой. Хочешь, чтобы тёлочки получили оргазм и ты выполнил 100% заказ? Что-нибудь сладенькое, дымное и очень-очень приятное, не приторное, не кислое и, конечно же, без... Лёд, свежесть. Как меня это заебало. Персик с бананом и клубникой. Просто идеалити, фантасталити, блять, вкус. Конечно, он очень крутой. И если бы я не любил так сильно фейхуа, и клюква получилась бы у «Бруска» какой-то пресно-шампуневой, то, скорее всего, этот вкус был бы на первом месте. Но так как есть эти два вкуса, то персик отлетает на третье место. Персик дает очень-очень теплый, нежный аромат.
он не такой приторный, как персик. Он дает, знаете, такой фон. Банан дает сладость, и клубничка, причем я замечу, клубничка не приторная клубничка, химозная клубничка. Она тоже с кислиночкой, что в целом получается, что это просто готовый микс, который курить, кстати, рекомендую только в соло, потому что в соло он просто замечательно залетает. Просто полнейшая хуета от компании Бруско, это их виноград. Не потому что Бруско хуета, а потому что для меня весь виноград на рынке это хуета. Ребята, которые его прокуривали, сказали, что это охуенная Изабелла, и она очень-очень схожа с последним вкусом Smoke Angels Grape Me. Прям вот такая виноградная газировка, либо кто помнит, была жвачка. Вроде был Орбит, либо Дирол со вкусом вот винограда Изабеллы. А он был лимитированный, и долго эта жвачка не продержалась на прилавках, но это прям супер. Вообще, очень странно, что компания Бруско делает дроп новых четырех вкусов с такими примитивными вкусами. А почему нельзя было сделать эти вкусы раньше и уже сейчас дропнуть что-то прям нереально охуенное? А я вам все объясню, почему. Потому что вот эти вкусы – это максимальный масс-маркет. Это максимально попсовые вкусы, которые все приходят курить. Я не удивлюсь, что в следующем дропе Бруско как-то реинкарнирует, сделает ремастер своей дыни, своей малины и обратно запульнет на рынок. Ну, собственно, вот так вот. Четыре вкуса. Последний дроп без табачки Бруско. Всем пока-пока. Виноград, хуета.